друзья, такая прекраснейшая здесь обстановка в этом городе. Сан-Себастьян называется. Сейчас можно лежать на траве. И трава очень классная. Такая какая-то вообще чистая. Просто вот лежишь на ней и все. Вот. Сейчас пока отдыхаем. Пока наш паром не приплыл. Лежим. Вообще, на самом деле, остров очень красивый, этот Ла Гомера, который называется. И минут через 15 уже поедем дальше. Такие дела. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Кстати, покажу вам нашу йогу. Йога. Или медитации, не знаю, чем он занимается. Камера у меня, как всегда. А он уже, кажется, закончил. Обалденная трава здесь такая. Ой-ой-ой. Я бы на этой траве целый день был так. Лежал бы. Так, на йогу посмотрели, посмотрим, что у нас в другой стороне. Эти манго что, нормальные, нет? Ну, смотреть, по-моему, нормальные. Далеко они? Ну, так, нет. Где ты? Где ты? Видишь, там, где белые штуки висят. А, вот на этой? Там зеленые какие-то. Какие-то белые штуки висят, манго здесь. Вот эти белые. А, вон те. Ну да, их, конечно, не достанешь, если это манго вообще. Да, ох ты, ничего себе, оливки какие здесь валяются, большие при том. А нет, они не такие большие. Но не маленькие оливки. Нет, это даже не оливки, это что-то такое интересное. Белые, что-то белое выходит из них. Или оливки это. Вообще прикольные какие-то вещи на этих островах. Ну-ка, здесь тоже так же. Здесь чуть поменьше белое, да? Белое выходит. Такая вот здесь житуха, друзья. Смотри, какая штука этот. То ли оливки, то ли я не знаю, что это. Белая, а это не оливка? Такая белая выступает из нее, видишь? Вон там она растет. Так, выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Ла Гомера. Сан-Себастьян.